Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам самые сокровенные тайны о Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта, о которых вы даже не подозревали. Все мы знаем, что на карточку студента БФУ приходит стипендия. Также с помощью карточки БФУ можно проходить в другие корпуса. Но вы даже не догадывались, что с помощью этой карточки защищался сам Капитан Америка. Выпускницей БФУ является Наталья Ищенко, чемпионка по синхронному плаванию. И это неудивительно, учитывая то, насколько часто в Калининграде идут дожди. Мало кто знает, но если соединить все корпуса БФУ на карте, то это займет около 2 часов. Вы, наверное, думаете, что лазерное шоу – это просто красочная анимация. Но на самом деле оно помогает вычислять студентов других вузов. И вообще, самую первую тайну БФУ унес в могилу сам Иммануил Кант. А ведь никто и не подозревает, когда святым в раю не хватает места, их селят в общежитие БФУ. А как вам такой факт? Попробуйте оставить фамилии Клемишева буквы Л и Ш. Добавьте туда буквы У, Ча, И и краткую, и вы получите слово, которое Андрей Павлович Клемишев слышит свой адрес чаще всего. А задумывались ли вы о том, что фамилия Клемишев с древнегреческого переводится как «ректор БФУ»? И это еще не все. Если раскрутить глобус в админке 85 раз против часовой стрелки, то из него вылезет охранник и даст вам пощаду.